Добрый день. Сейчас наша группа приближалась к Богу, и мы просили Иисуса прийти к каждому из нас и рассказать то, что Он хочет рассказать каждому из нас. Мы, конечно, получили, мы были каждый в своем городе, в своей стране, мы в разных странах находимся. Мы получили слово, каждый из нас. Мы не знаем, что получил другой человек, поэтому мы сейчас все расскажем. Люда сегодня не будет рассказывать, там очень личное. Ну, все остальные расскажут. Итак, ну, пусть расскажет Артем, что он получил, что он услышал от Бога. Ну, сперва не сразу же получил. Ну, духовно я вот отчетливо услышал, как у меня заскрипело кресло. Я сейчас на кухне нахожусь, у нас тут, ну, справа тут лавочка я сидел, и совсем рядом, можно сказать, притык креслу. Я услышал, как, ну, духовно, как оно заскрипело, и как вот на тепло пошло по колену, как будто бы, ну, Иисус руку свою мне на колено положил. Потом приобнял и сказал, что: «Дорогой мой сын, видишь, у тебя мир и семья». Я вот до этого как-то не обращал внимания, то, что у меня семья творится, но то, что он сейчас мне сказал, я вот вспомнил, и никаких вот прям ссор вообще не было. Ну, и стороны негатива даже никакой не было. На доли секунды ни одного негативного слова вообще не было. Спасибо Богу за мир, семья, я этому рад. И дальше. Молись за покаяние родителей, бабушек, и будет тебе дано. По поводу Лиды, духовно наседай ее. Делай то, что делал я. Сойдет сила с небес на тех, кому ты служишь. Не бойся, высвободи меня. Ты во мне, а я в тебе. Вы все мне дороги, очень нужны из группы Шалом. А вас не забуду, вам ничто не угрожает. Любите всех, как я люблю. Это все. Спасибо. Спасибо. Аминь. Дианочка, давай. Ну, вначале ничего не происходило, как бы. Я попросила Бога, чтобы наполнил мое сердце любовью чистой. И он улыбнулся, как-то так подошел, обнял. Вот. Я почувствовала, что у меня в сердце, ну, очень, ну, любви очень много появилось. Вот, такое тепло было. И спокойствие очень, умиротворение такое. Бог сказал, что он всегда рядом. Я попросила Бога сделать так, чтобы я всегда всех любила, и все также любили меня любовью агапы. Я сказала, что хочу заботиться о людях и всячески им помогать. И Бог улыбнулся. Я попросила, чтобы он мне помогал в этом. И также спросила, будет ли у меня вообще семья когда-нибудь. Он сказал, тебе решать. Если решишься, я помогу, не бойся. Все. Фантастика. Спасибо, Настя. Меня слышно? Да, слышно. Самое главное, то, что почувствовала его поддержку. Просто немного было такое тепло в душе. И в этот момент я обычно начинаю разговаривать с Иисусом. И просто накатывались воспоминания недавние, когда я могла немного согрешить. И я как будто бы иногда могу поддаваться эмоциям и как-то вот шутить уже. Ну, очень глупо. Я сразу это начинала чувствовать. Просто и как-то откладывала это. И потом, ну, чувствовала какую-то грязь в своей душе. Поэтому я раскаялась, конечно же. И, ну, как бы какой-то совет пришел от него, то, что нужно быть немного помудрее. Вот.
целом вот так вот, ничего особенного. Просто получила совет, как всегда, хороший. И в последнее время я начала чувствовать его поддержку, потому что я стала более открытой, более смелой. И для меня это прям какое-то достижение. Благодаря него. Да. Спасибо. Лена? Меня слышно хорошо? Ну, мне сначала, ну, то есть слово, да, было, что нужно очищать душу, освобождаться от всех этих бесов, ну, и по учебе позакрывать там долги в ближайшее время, но стараться не отвлекаться, чтобы потом, ну, полноценно служить Богу. И было такое, что слово, что нужно читать слово и, ну, как наполняться им и больше провозглашать. Потом у меня было освобождение, стало легче, как-то спокойнее, как будто бы такая, ну, тишина, да, пришла в то, ну, в состояние души. И вот, и такое понимание, что нужно именно мне провозглашать. Я вот сегодня провозглашала, допустим, не только, да, 90 псалом, а какие-то другие сферы жизни. И такое понимание, что нужно говорить слова Божьи, то есть тоже как у Насти, когда я разговариваю с другими людьми. То есть не там какие-то шутки, там, а вот чисто вот, ну, речь, как у Бога должна быть. Вот. Все. Спасибо. Танечка. Не слышно? Да. Так, так. Все. Такое море, берег моря, я там сижу, ну, стою, ну, в общем, как бы берег такой, море это, и тут издалека как бы идет, приближается Иисус, ну, он так сильно светился. Ну, свет от него исходил. И потом, получается, это видение пропало. И потом, как бы, я увидела, как бы, как Иисус сел, ну, в духовном смысле, духовными глазами увидела, как Иисус сел рядом со мной, вот здесь, где я сижу. И как бы, ну, как бы взял меня за руку, и как отец обнимает вот ребенка своего, так он меня обнял. И сказал, что все будет хорошо. Ну, просто у меня была такая загруженная вообще там последнее время, и когда он это сказал, это сильно коснулось моего сердца, и как бы, ну, я заплакал. Но это как бы облегчение было, как сказать. Ну, почувствовал такой миг, когда он это обнял и сказал вот это. И после этого я уже тут записала в таком порядке, не знаю, точно ли это было в таком порядке, просто я сначала это все было, а потом это все записывала. Ну, в общем, было тоже видение такое, что были как поле с колосьев, ну, пшеничных колосьев, поле такое, ясный день, и как бы с небес, ну, как бы Бог мне дал, в общем, этот, ну, серп и сказал: «Жни». И было такое слово, что жатвы много, а делателей мало, и, ну, что ты делатель, собирай урожай, потому что жатва созрела. Вот и люди. Ну и потом было такое, ну, как Бог говорил, что мне просто нужно ежедневно, примерно там час-полтора, просто выбирать такое время и просто идти, ну, просто идти на улице, там, куда-нибудь там идти и говорить людям о Боге, приводить людей к Богу. Просто сделать это как бы ежедневным таким, ну, каждый день, в общем, это делать, уделять этому как бы время. И что это как бы должно быть вообще главное, ну, как бы, не то чтобы главное дело, но как бы важное такое дело. И потом Иисус говорил, что где твоя нога, там моя нога, и где ступает там твоя нога, ступает моя нога, и приходит, и пошел текст из моего провозглашения, и приходит Божье присутствие, все люди каются, исцеляются, спасаются, в общем. Я сразу
Я это провозглашаю просто в свою жизнь. И потом, ну, Иисус говорил, что я в тебе, ты во мне. И там моя сила, это твоя сила. И потом, ну, это я уже сказала. А, ну и было такое, что надо вот это вот делать, просто служить людям, там хотя бы какой-то час, как бы на прогулку идешь, там и просто вот Бог будет давать этих людей, чтобы приводить их к Нему, и что все устроится. Но все остальные, в смысле, дела мои, они будут устраиваться. Вот, мне просто надо это делать. И просто я в последнее время так, когда я очень сильно пыталась сделать свои дела, у меня наоборот получалось. Чем сильнее я их пыталась сделать, тем хуже у меня получалось, или вообще ничего не получалось, из-за этого я нервничала, и там все такое. И, в общем, Бог сказал, что как бы все устроится, мне просто надо вот со всеми моими делами, просто надо вот этим вот тоже заниматься. А потом было такое как бы видение, ну как видение. Ну, в общем, как Бог, как бы, ну, как бы Иисус как бы уже как бы спереди, ну как обнял меня опять. И потом после этого он как бы в общем протянул руку и сразу начал говорить, что я даю тебе свое сердце, и как бы его поместил, плотяное сердце, как он сказал, плотяное сердце, вот. Я даю тебе свое сердце, сердце полное сострадания, любви, и сердце, из которого текут реки живой воды, приводя людей, ну, к Богу. И потом, когда он это сказал, ну, это, я почувствовал такое тепло, и потом мне просто начал как бы показывать людей и говорить, что, допустим, нам кажется, что какой-то незнакомый человек там, или просто встречается на нашем пути, но на самом деле он Богу очень дорог, этот человек. И что мы не знаем жизнь этого человека, но Бог знает каждого человека и всех этих людей он знает, и он хочет, не хочет, чтобы они погибли, чтобы они все пришли к нему, и было такое слово, что вот, но они не знают меня, они не знают обо мне, эти люди, они не знают о Боге, Бог, они все знают, но они не знают о нем, и Бог говорил, что, а как они узнают, если нет того, кто будет им об этом говорить? Ну, как написано в Библии, что как узнают, если нет проповедующего. Ну, я точно не помню, там есть такой стих. И вот, что надо людям говорить об Иисусе, чтобы, ну, всем людям вообще надо говорить. Потом, и было такое, как бы, тоже как видение и понимание, что вот, как сейчас, ну, как вот, как солнечный такой день, ясный, спокойный, и как бы где-то там, как бы не очень близко, но как бы где-то там, как бы надвигается, или как бы собирается надвигаться, это как бы такая тьма, такая буря, что-то такое, и что вот, и как бы Бог говорил, что вот сейчас время еще как бы относительно, ну, где я нахожусь в этом месте, в этой стране, как бы относительно благоприятное, такое спокойное, что... Но так не всегда будет, и что нужно сейчас этим временем пользоваться и приводить людей к Богу. Вот. Так. Ну, наверное, ну и также Бог говорит, что вот, что мои желания — это твои желания, мои чувства — это твои чувства, мои планы — твои планы, мой разум — твой разум. Ну и потом в конце... Бог Иисус сказал, что, ну, как бы видел, как бы он ходит, и он сказал, что ему пора, и, в общем, развернулся, и как бы я видела, как он как бы ходит, ну, как бы в духовном виде. Он сказал до встречи, в общем, и это все, что, может быть, я что-то забыла, но вот все, что я не забыла, я рассказала. Спасибо. Сейчас я расскажу, я записала то, что мне Бог сказал. Иисус. Тут маленькое послание, но вы знаете, я рекомендую внимательно вам его послушать, оно важно для каждого человека. И когда я люди его читала, она говорит, так я так делаю каждый день, только она с вечера. Итак, что мне сказал Иисус? Дорогая дочь моя Елена, я внимательно наблюдаю за тобой. Я радуюсь твоим успехам и огорчаюсь твоим неудачам. Я хочу, чтобы ты всегда была успешной. Всегда. Для этого тебе нужно полностью положиться на меня во всех жизненных вопросах.
ты пока не до конца доверяешь мне. Кое-что оставляешь для себя. И поэтому терпишь поражение. Начни день с короткой молитвы. Просто скажи мне: Господь, я отдаю в твои руки всю мою жизнь, все сферы моей жизни. Руководи моей жизнью всегда, 24 часа в сутки, каждую секунду моей жизни. Я доверяю тебе все сферы моей жизни. Аминь. Это все, что нужно. Заявить в духовный мир, что ты во всем положилась на меня. И я, услышав твою молитву, сразу начну на нее отвечать, приводить в порядок все сферы твоей жизни. Мое послание тебе короткое, но благословенное. Оно упорядочит твою жизнь и принесет успех во все сферы твоей жизни. Благословляю тебя. Аминь. Вот такие послания мы сегодня получили. Спасибо всем, кто смотрит. Благословляем вас.